Дианочкой. Это Юля с Дианой. Несколько лет назад, после смерти матери Дианы, Юлии, ее сожитель Георгий Руссия через суд добился опеки над девочкой. Родственники погибшей обжаловали это решение, после чего ребенка должны были передать родному отцу Евгению Сердюкову. Но Георгий Руссия успел увести девочку в неизвестном направлении. Ее поиски продолжались больше года, и буквально вчера, глубокой ночью, 7-летнюю Диану Сердюкову доставили в Следственный комитет города Сочи. Ребенка по собственной инициативе передала следователям мать отчима Дианы. В течение часа в отделение прибыли сотрудники опеки и отец девочки Евгений Сердюков, но ему ребенка так и не отдали. Вчера, когда Сердюков был вызван и поставлен перед ребенком, ребенок сразу начала плакать, сказала, что она не пойдет и не знает этого мужчину, хотя Сердюков утверждал, что это его дочь. Согласно статье 64 Семейного кодекса, орган опеки имеет право запретить родителю исполнять его законные полномочия, отстранить его от этого, если между ребенком и родителем орган опеки усмотрел противоречие в отношениях. Все действия проводятся в рамках действующего законодательства, направленные на защиту интересов и прав несовершеннолетнего ребенка. Решением органов опеки девочку отвезли в один из реабилитационных центров Сочи, где с ней будут работать психологи. По словам законных представителей Дианы, родственники смогут видеться с ребенком с разрешения психологов. На отчима Георгия Руссия по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетней заведено уголовное дело.